Здравствуйте. Будем поесть. Будем поесть. О, Господи, что? Пельмешонки сварила. Сабрина, пойдем кушать. Мелочь еще спит у нас. Время, потому что рано. Сабрина, айда. Поедим, да я пойду хоть сумки еще такие унесу туда. Сегодня делал много, еще хотела по поводу интернета узнать, съездить, где плачивать, где подключать интернет. Бери майонез или сметану, что там тебе надо. Откроется магазин, пойду в магазин. Магазин надо будет. Пельмешки. Отваливаются. Жрать хотят, что ли? Дай перец. Господи. Спасибо. Пожалуйста. Вкусненько. А есть кетчуп? Не знаю, нет вроде. Паста есть томатная. Там открытая баночка, которую бери. Можешь мне тоже дать. Я тоже наверну. Тоже вкусно будет. Чеснока нету, зараза. А куда он делся? Кончился. Да? Да. Нифига. Я сожрала весь. А как? С пастой вот. Тоже вкусно. Ты попробуй тут не чавкать, да? Горячая. У тебя как в свистке пельмень. Сейчас духи вам покажу. Он сказал там за Рене тоже. Да вы каждый раз мне будете об этом говорить. Одна вчера сказала, вторая повторяет. Где еще одни? Третий где? Вот, наверное. Я же знаю, что трое, наверное, человек. Аж это прям Зарине же тоже. Она тоже вчера. Мне же тоже папа сказал. Нет, соседу. Сейчас посмотрю. Духи ей купил. Я говорю, вчера записывала. Все трындец. Взяла, блин, почистила. Дура. Все на ходу. О, офигенная. Для девочек детские духи есть. А он взрослые накупил. Специально детской косметики. Детские яблочко там тоже есть. Я тоже яблочко люблю очень. Яблочко люблю. Это. Фирма или как она там называется? Мне тоже нравится. Как бы детский. О, Господи, трешки прямо на мешке. Сейчас вторую посмотрим. Еще пельмешок возьму. Вкусно.
сюда сунуть надо. Как-то. Вот это как мужские. Вот эти вот. Они, наверное, мужские вот эти. Почему они не пишут МЖ? Вот это как мужские. А это каблучок. У меня черный или синий или был. Помнишь каблук-то? Несколько раз брали. Красный. Офигенно. Вкусно. Очень даже. Можно теперь поесть пельмени с духами. Пожрать. Я ссылочку оставляю под тем видео, оставила под этим на свой дзен. Там я тоже буду показывать обзорчики. Пожрать буду там. Здесь почему пишете, что я мало стала видео выпускать? По времени даже больше. Я стала их просто выпускать длинные. 2-3 видео в день. 2-4-5. По 25 минут, по 30, по 40 минут. Это же удобнее смотреть. Сами же меня попросили, чтобы подлиннее Ирина делала видео. Мы, говорит, кушать варим или что-то, какие-то дела домашние делаем, говорит, включаем, говорит, смотрим тебя. Оно, говорит, быстро кончается, бежи, говорит, переключаешь на следующее. Интереснее, говорит, длинная. Ну ладно. Мне приходится снимать и сшивать. Не очень-то пельмени. Не особые. Так, когда я брала в магазине, помните, ГОСТ еще сказала, там написано. Невкусные. Ну, такие вкусные, но не очень. 3 балла из 5. Три, да, балла. А куда еще обратились? Не доработали. Тесто не очень, и мясо не очень. Видишь, тесто как оно. А мясо вот такое стало твердое, маленькое. Кусочек такой. Как это. Более как ненатуральное это. Ну, оно и так как бы. Хрен знает, что туда положили. Ну, нет. Так, мне фарш сегодня еще купили. Туда-сюда, всякой хрени. Сегодня ночью буду вам записывать распаковку. А холодильник затариваю там. Вот. Теперь здесь буду на видео писать. Вот здесь на видео. Место скрина. Скрин, конечно, я буду ставить. Надпись напишу другую. Это видео, которые вот с такими будут у меня надписями в других соцсетях. Значит, это видео ворованное с моего Ютуба. Я свои видео ютубовские именно с надписью нигде не выставляю. И только оригинальные. Я могу кусочек из Ютуба куда-то выложить, но оно будет без надписи, что это оригинал. Они достали меня тащить уже. Коленушки. Буду писать. Если это вы увидите не у меня на Ютубе, а в другой соцсети, значит, оно ворованное. Это не я. Так и буду. Спасибо. Пускай народ смотрит. На здоровье.
потому что задаются много вопросов в личные сообщения. И там имеют право, на них еще и отвечают. Отвечают так, что мне потом предъяву кидают. Ты же сама говорила, да ты же сама посоветовала, да ты же. А я знать ничего не знаю. Я вообще этого человека первый раз вижу. Так что я уже устала от этого. Вранья и всего-всего. Потом говорят, что я где-то кого-то, чего-то это. Будьте, пожалуйста, люди внимательны. Тем более, когда хотите поговорить лично. Разговаривайте по голосовым. Задавайте любые вопросы, чтобы я могла ответить. Вот и все. Я люблю голосовыми говорить. Мне бывает, вот такую басню, говорю, напишут и читаю ее полдня. Мне некогда реально. И я читать не люблю. Честно, девочки. Я сколько раз об этом говорила. Говорите голосовыми. Мне приятно послушать, с кем я общаюсь. Вам же тоже приятно, когда голосом с вами разговариваю там в личных сообщениях. И тут уже наверняка, что это я. Правильно ведь? Так что за надписи я вам объяснила, буду вот так вот писать на экране. Ничего, тарелку с пельменями вы разглядите. И меня тоже. Персики мои. Все. Здорово. Иринка искала ножницы и не нашла. Ногтями. Спечатывает ногтями, девочки. Мешок под мусор будет. Правильно? Мешок под мусор. Я уже полы помыла. Сто раз. Какая я молодец. Вас бы там не уронить. Еще ногти не хватало сломать. Вот. Сейчас я принесу этот подарок, обвернем, чтобы отрас не морать. А что мне сказали, что это? Вы же мне сказали, что это туда надевать надо. Это вообще не для этого. Девочки. Что это такое? На матрасник его макаемый. Для тех, кто писается. Сейчас поглядим. Еще это. Вот. Блин, офигенный. Вон какой материал. Пушистенький. Классненький. Сейчас, подождите, я вас поверну. А то ни хрена не видно. Ирвинку. Сегодня весь вечер буду, всю ночь буду все это разделывать, туда-сюда кать. Видите, как клево, девочки. У меня желтый такой был там дома. Желтенький. Сабрине делает. Сабринки. От фирмы. Подарок от фирмы. Ё-моё. Пипец. Жарко. Сейчас окошко приоткроем. О. Я раньше-то что-то не догадалась, здесь батареи триндец как греют. Где постелька?
Где постельное только что здесь было? Господи, боже мой! А куда постельное дело? Вон оно упало. Подушки еще надо принести и две новых купить. Две новых подушки. Та-дам-та-дам. Так, одна лишняя. Одна на заначку. Это тоже. Одна лишняя. Еб полностью тебя. Еб красота. Хотя она могла бы сама это все сделать, когда припрется. Когда припрется. Ну ладно. Я ж мать. Я на все согласна. Вот. Красота будет у нее. Сюда еще столик купим потом. Под компьютер ей чуть-чуть попозднее. С этим разделаемся. Маленький ей там надо. Маленький. Вот. Ай. Надо какой-то ложкой, что ли? Но к ней ногтями. Все, так, теперь ей надо плед, она сказала, одеяло ей не надо. Одеяло ей не надо. Раз не надо, значит мы ей плед подготовим. Так, какой мы ей подготовим плед? Все упало, все пропало. Так, это мне плед. А ей плед где? Подождите. Не уходите никуда, я сейчас приду. Ой, я говорю, хожу, вас равняет. Вот так. Вот мой любимый плед. А, она же новый хотела. Она хотела пушистый. Ладно. Вот этот мой любимый плед. Веселенький. Вот так вот. Ружик. Будет у нее ружик. Будет красота. Так вот. Хоп-хоп-хоп. Красота. И только. Еще за подушками сразу пойду, если по пути приеду. Вот. Вот. Ну вот красота теперь. Наволочку ей. Одну. Где много, да, ведь будет? Одну. Все. Одна готова.
Жаркая квартира, очень сильно жаркая. Здесь топит очень сильно. Кто мне тоже на ногти прихожу, когда... Еще лампу она включит эту под свет, под ногти-то. Вообще жара потом. Топят здесь пипец, в эту котельню-то у них. Офигеть. Короче. Ладно, пошла я дальше. Увидимся. Иринка сходила. Заявку дала на интернет. Завтра приедут. Подключат. Купила этот роутл. Еще один дома. Один туда. Вот. Подключат бесплатно. Короче, тащусь в кулинарию. Я же в квартиру купила колбасу, там сосиски. Ну, всякую фигню, там масло, да что. Набрала. И на балкон. Я этот в шкаф засунула. А на балконе дверка не закрывается, стекло, рама. А тут же у нас морозы несколько дней. Все. Я сейчас залезла. У меня даже это, я же говорила, салфетки замерзли, колбаса вообще, как полено. Ой, блин. Утащила в комнату, пускай оттаивает, отмораживается, блин. Сейчас в кулинарию схожу, поеду до дома. Дома все выгружусь, возьму пакеты еще. Я как в квартиру иду, сразу пакеты. Их много, потому что шмоток-то. Возьму пакеты, отнесу туда в квартиру. Там опять поеду. Сюда опять. По делам в магазин. Еще пару табуреток захватить. Вот. Два этих стула у меня кожаные. Это вот такие вот, как от уголка с кухонного. Вот это красные. Два штуки их было в комплекте, тоже в квартиру унесу. Два стула надо, один ванну поставлю. Ну, для того, то, чтобы как бы жопу, когда, как говорится, жопу, когда присесть, чтобы, пока дети купаются, было на что, она мягенький такой, как табуреткой сделана, не стулом, а табуреткой. Вот. Классные такие, устойчивые они. Тоже, кстати, там же из той же мебели, я вчера говорила, да, брала. А то возьмешь, говорю, бывает, там вообще как бы это... Машина, видите, как тормозит, меня пропускает. Ну, как шалтай-болтай, вот так болтается. А эти прям такие качественные, офигенные табуреты. Сейчас в кулинарию зайду. По-быстренькому что-нибудь возьму, потому что я приготовить сегодня ничего не успею. Ну, я по малости-то что приготовлю, наверное, курицу там, да что может. Или завтра уже буду. Потому что они до вечера там будут сегодня мне устанавливать все. Вот. А, мне еще надо будет съездить в сантехнику, купить какой-то шнур под воду длинный. С мальчик-девочкой или как-то мамки какие-то. Вот. Коротенький был в комплекте, а надо длинный. Такой, подлиннее, чтобы он это, пускай даже с запасом, но подлиннее надо. Две штуки, по-моему. Надо только сейчас приедут сказать, чтобы мне сказали заранее ехать покупать-то, пока магазины работают. Я же тороплюсь. Вернулась. Распаковка, чек. Ядреного батон. Распаковка, чек, почему? Потому что я купила продукты. И их надо куда-то засунуть. Потому что там замерзнет. Он у меня еще задом наперед стоит. Нормально. Как я его сейчас буду двигать? Я хочу его просто подключить, чтобы у меня не испортилось ничего. Подключить. Он на поддоне стоит, на пластмассовом. Так что ничего не поцарапается. Херакал, Иринка. Ой, блин, меня это шибануло. А, господи. Как она? Ток-то этот. Как он называется? Магнитный-то. Здесь что-то у меня клеит. Пить хочу. Блин. Сейчас поставлю. А где шнур-то?
Мне еще шнур надо найти. О, с той стороны. Япон, ты, блин. Так вот. И здесь. Япон, наверное. Ну то я там рыбку купила, то все купила. Резетку мне эту они нихрена не сделали. Сейчас, если придут, скажу. Косяков вообще. Куча косяков. Вот так пускай. О, работает. Все пипикает он. Пилик-пилик. Это уберем. Вот. Быстренько. Во. Во. Хорошо. Шумит. Я его проверяю. Так-то ничего вроде. Холодок он пошел. Смотри. Сейчас я его подключу и накрою. То они тут будут делать. И не забурят мне его. И все. Закрой, говорит, меня. Пикаю. Это ящики вот еще есть. Хватит туда-сюда крутить. Стой. Вот, ящики еще какие-то есть. Че напикать? Зачем? Еще замок я ей закрыл, короче, дверь не откроется. Короче, чтоб не воровали. Рынкины пельмени. Так. Это сюда сделаем полочку. Вот так вот сделай. Вот это давайте подумать надо куда. Так. А, ее просто вставляешь в эту. У меня это у холодильника тоже такие же. Она не лазит целиком. Они не лазят. Японы. О! Оно не влазит. Чтобы две одинаково поставить. А что так значит? Друг на дружку яичко заложил и еще сверху вот так яички получится. Ну как домиком. Ну ладно, пускай так будет. Или вот какой-то еще контейнер есть. Какой-то ящик. Вот, наверное, подлёг. Сейчас посмотрим. Да, подлёг. Смотрите, оно поворачивается вот так. Оп. Короче. Вот сюда водичку налил, видать? Вот так вот. Короче. Да хрен его знает, потом разберемся. Ну, некогда. Я сейчас буду тут разборки эти наводить. Надо, значит, надо. Пускай там стоит. Пригодится, значит. Для чего-то же он нужен. Пускай стоит. Ну вот, вроде бы нормально. Чтоб
моя не протухла. А настраивать я не знаю, где это увеличение это. На самом холодильнике, что ли? Какие-то вон кнопочки есть. Морозить-то. Короче, потом сделаю. Эти хрени. Да, посмотрим. Здесь вот хорошо вообще дует, вот это, она не крутится. Опа, извините, извините. Моди, замок какой-то, моди какие-то, минус 5, минус 8. О! Хоп! Сейчас какой-нибудь что-нибудь введу. Температуру-то как ставить? Короче, хрен его знает. Так, пошла я разлаживать. Всем хорошего настроения.